Доктор из Орла Михаил Кузнецов будет представлять Россию в составе международной группы по эндоскопической хирургии уха. Сейчас он заведует лор-отделением научно-клинического многопрофильного центра имени Зинаиды Круглой. В начале года орловские специалисты в столице продемонстрировали свои разработки по эндоскопической микрохирургии уха. Если раньше такая операция занимала до 5 часов, то сегодня орловские врачи выполняют ее за 1–1.5 часа. В своей практике внедрили эндоскопический доступ для операций на микроструктурах среднего уха. Оперируем эндоскопом диаметром 2,5 мм. Все остальные инструменты еще меньше. При поддержке международной группы орловские врачи будут организовывать мастер-классы по разработанной ими методике для обучения российских специалистов. За год в научно-клиническом многопрофильном центре врачи проводят около 20–25 подобных операций. Всего же в лор-отделении количество операций по восстановлению слуха приближается к 1000. Это одно из самых востребованных отделений в нашей клинике. Здесь постоянно достаточно большое количество пациентов. Вот мы ввели еще дополнительный операционный день в этом году, чтобы ускорить возможность получения медицинской помощи плановой. И в ближайших наших планах, в планах этого года, переезд этого отделения, расширение территориальное его, мы тоже к этому готовимся. Это новые площади, новые возможности, новые еще операционные для отоларингологов. Так что я считаю, что это вот одно из наиболее перспективных направлений развития нашей клиники.